Всем привет и добро пожаловать на огонек. И да, кстати говоря, помните, я сказал, что я хочу драться и так и не сделал себе никакой меч? Так вот, пора бы сделать себе меч. И заодно проложим путь к этому не пойми что. И сломаем могилки, чтобы там ни было. Что может пойти не так, верно? Всего лишь куча камня. Оу, и скелеты. Скелеты, судя по всему, периодически не нравятся, что их могилки тревожат. Так, что ты такое? Лабиринт черепа. Теперь это рогалик? Что ж, давайте-ка немного оценить, что у нас вообще тут происходит. Так, тут у нас есть, я вижу, различные сокровища с кучей кристаллов, которых, на которые у меня, конечно же, нету места. Давайте до этого продадим в Вордексе. Ну и раз у меня больше нету слотов, давайте-ка сходим назад и посмотрим, что это вообще такое у нас за хранилище. О, меч, да. Определенная вещь, которая стоит себя. Золотой меч, ух ты. Мне требуется сталь, топазы, ну и их нафиг. Да, еще кирка. Кирка, для которой требуется острый перец. Очень интересно. Какая логика за этим стоит, кто-нибудь мне расскажет? Так, хранилище, мне для нее требуется 3 стали. Что ж, давайте-ка зафигачим 3 стали. Я не могу зафигачить определенно ни одной, потому что у меня нет железных слитков. Откуда они делись? Сказал человек, который только что наапгрейдил кирок и не смотрел за ресурсами. И очередной левлап. Только мне есть чего переплавлять. Я думаю, мне стоит продавать камни и, наверное, слизь. Так как у меня ее все равно находится много и цитрус, я, наверное, все-таки сдам хранилище, потому что он не так много стоит. Кстати говоря, у меня тут есть в археологии камень, который мне надо, наверное, сдать. И уголя у меня не так много, чтобы его сдавать. Но вот золото. Я пока золото оставлю. Зато, смотрите, у меня есть рубины и аметисты. Давайте-ка я дам по одному, почему бы и нет. А еще я там смотрел, у меня был слиток. Вот этот вот горняка. Он стоит 2000, да вы издеваетесь? Очки навыков, очки, которые я никогда не трачу, как всегда. Я не знаю, давайте оценим, что такое алхимия. Потому что мне чуется, что это звучит как что-то интересное. Так, алхимия для магии, она нам открывает котелок, который я, пожалуй, тогда следующим делом и сделаю, раз я все равно больше ничего не могу сделать. О, и смотрите-ка, наш фонтан обзавелся какой-то линией. И она исчезла. Я, видимо, был не очень привлекателен. Окей, у меня достаточно кирпича, чтобы построить котелок, и давайте мы его поставим где-нибудь здесь. И что ты нам даешь? Бомбы? О. Это удобно. Для этого только мне нужно слизь, которую я только недавно продал. Почему я так люблю продавать вещи или выбрасывать их, когда они мне так нужны? Благо, слизи мне достаточно много. Итак, теперь, когда у меня хотя бы достаточно слизи, чтобы сделать хоть сколько-то бомб, давайте сделаем... Ладно, почему бы нет. Кто-нибудь мне расскажет, почему у меня такой хороший тайминг продавать вещи, которые мне очень нужны? Так, я вижу, есть одна бомба, и у меня нет на это никакого пространства. Замечательно. Давайте, что ли, продадим... Не знаю, весь песок как-то опасно продавать, хотя я могу его в любом случае... выкопать. И у меня теперь есть две бомбы. Давайте-ка оценим их мощь. В принципе, мощь мне рассказывает об их радиус. Вот теперь мы играем бомбермена. Знаете, мне бы надо таких побольше сделать, чтобы облениться и наконец-то делать другие дела. Окей, для бомб мне не хватает железных слитков. О, боже мой. И сейчас я чувствую, как будто у меня производство зашло в очень медленную стадию. Привет, леди. Ты же больше не исчезнешь, так как обычно? Ну, так как в прошлый раз я имею в виду. Так, у нее есть какой-то квест. О, дитя! Пусть мои феи даруют вам вдохновение, чтобы это не значило. Я хочу попросить вас в небольшом пожертвовании. В ответ дарю вас силой моих фей. Пусть свет сияет на вашем пути. Окей, замечательно. Ты мне предлагаешь пожертвовать тебе оно 1000. Что мне вопрос только за это будет? Спасибо, вы так добры. Прошу, возьмите это в знак признательности. И это, конечно же, сундук, который мне нужно открывать ключом. Напомни еще раз, зачем я тебе помог? Ключ, и мне нужен железный слиток. Кто бы мог подумать? И мое снаряжение опять заполнено. Итак, из сундука нам выпадет... Аура феи пассивно становится здоровье и энергию. Это замечательно. Потому что я задолбался, если честно. Уже это делать вручную. Очередной ленивый левелап. Мне кажется, мне надо что-то, чтобы поднимался у меня опыт быстрее, если это вообще возможно. Знаете, давайте просто увеличим приход ресурсов, раз хотя бы так. Якорь. Могу ли я якорь пожертвовать в археологию? Да! Знаете, у меня сейчас в такой момент так много золотой руды и золота, что я, пожалуй, дам золотую руду вот сюда. Мне кажется, я нашел тыквы. Так, для 3 стали мне нужно еще 8 железных слитков. Как давно -то? Естественно, как назло, на островах ни одного железа. Тем временем я закончил узелок с цитрусом, и, возможно, я могу закончить узелок с пшеницей.
Так, если я хочу купить теперь их землю с этой стороны, то мне нужно 420 и... здорово, дедуля, как дела? Знаешь, у тебя есть железо, поэтому я иду к тебе. А еще тут есть кактусы. Но это уже второстепенная задача. Первый вопрос, железо ли это, потому что оно кажется немного синеватым, но оно также черное. Нет, это уголь. Замечательно. Так, в одиночку ходить опасно, поэтому ты тут один. Возьмите. Оу, спасибо. Как бы я без тебя обходился? Птичка напела мне о существовании золотых яиц. За всю жизнь я не видел ни одного. Я хочу на них взглянуть. Окей. Если бы только кто-то молодой и классный нашел для меня яичко. Что ж, окей, похоже, нужно найти неизвестное существующее или золотое яйцо. Хотя я помню, что раньше оно было в магазине, по-моему. Замечательно, теперь я могу хотя бы сделать достаточное количество стали для того, чтобы сделать, напомните ко мне что, потому что я уже задолбался запоминать, что мне нужно. Я хотел сделать хранилище. Окей. О, кстати говоря, по-моему, это перец растет. Хорошие новости, возможно, мы кирку сделаем быстрее, чем мне кажется. Знаете, сейчас я прям не знаю, что мне продавать. Наверное, цитрусы и что-то еще. Давайте продадим какашки, потому что они явно не очень нужны. Но на этот раз, я надеюсь, цветки мне явно не нужны. Так, у меня есть сталь, давайте заценим, что такое хранилище. И вот это вот будет мое место для хранилищей. Так, первое хранилище в путь. Так, что ты у нас такое? Ты у нас хранилище на целых 6 слотов. Вау. Я шокирован. По крайней мере, судя по всему в этой игре, так и не имеет ограничения. Так, очередной левелап. И черт, это занимает много времени. Горное дело? Камни стали после себя на 40% больше минералов. Я возьму это, знаете? Что там, кстати говоря, после этого откроется? Старательство. Камни 10% чаще оставляли после себя самоцветы. Это хорошо, наверное. 30% повышается шанс найти редкие предметы во время копания. Это тоже хорошо. Камная откладка. Кажется, не интересует. Знаете, у меня порой столько всякого мусора, что я думаю, часть из них все-таки пора бы продавать. Так, в моем распоряжении 1000 монет. И я думаю, мы дальше купим что-нибудь еще. На этот раз, я думаю, время познать тайны ледяного биома, который я познать не могу. И ниже я тоже ничего добыть не могу. Это печально. Так, я думаю, не буду торопиться, поднакопим еще. 16 железной руды. А, это всего, я забываю. Ну только заценим, сколько подтверждено. Было 16, стало 19. Не скажу, что значительно больше. Так, давайте заодно пособираем перец, который весь тут есть. Может, это мне что-то даст? Так, ладно. Смотреть, что еще мы можем сотворить, потому что у меня реально идея на исходе о том, как можно что-то сделать побыстрее. Окей, стекло и сталь, и кирпич для того, чтобы взять маяк, который я размещу где-то здесь. О, смотрите-ка. Земли что-то падает, кроме песка. И что это именно было? По-моему, я видел кость. О, я видел там что-то, скопы какие-то, и это мне дало рубин. Ну, точнее, не рубин, а этот. Кстати, где он? Интересно. Ресурсы, которые пропадают в никуда. Оп, секундочку. О, то есть если мне прибор по инвентарям, все идет сюда. Это замечательно. Очень, скажем так, удобно. Попробуем сюда заглянуть еще раз, может, чего-то найдем интересного. Очередная сокровищница, в которой выпадает куча такого хлама, за которого снаряжение наполняется. Кстати говоря, я могу на пробел перекатываться. Не знаю, я просто нашел это забавным. Так, еще одна сокровищница с большим количеством топаза. Ну, что здесь такое? Я был бы рад проверить. Еще всякие сокровища. Интересно. И я так понимаю, я приближаюсь к тому, что ниже. Абсолютно верно. Там ведет путь от крайнего правого нижнего угла. Вот тут. Так, ну я не думаю, что этот товарищ мне составит проблем. И это не то место, которое я думал. О, что это? Огромный череп. Стоимость 30. Эй, неплохо. Я думаю, это можно будет продать. И вот подъем наверх, о котором я говорил. А вот и сокровище. Для него не нужен ключ? Слава богу, нет. Некрожезл. Используйте для призыва скелетов. Хорошо. Кстати, только где он? И тут есть еще один сундук. Еще пара скелетов. Сундук номер 2. У нас пройти лабиринт черепа, печать черепа дается только тем, кто пройдет лабиринт черепа. Что бы это ни значило. Сердце контейнера увеличивает максимальное количество здоровья. И меня не обязательно было выгонять отсюда. Итак, у меня теперь есть жезл скелета, и я могу спаунить скелетов. И они все еще против меня. А на этом я предлагаю нам сегодня остановиться. Поэтому всем хорошего настроения, и мы скоро с вами увидимся.